Товары для здоровья можно приобрести на открывшемся в выставочном зале Экспо-Одинцова тематической ярмарки. Лечебные мази, масла, экстракты из натуральных продуктов привезли к нам из Санкт-Петербурга. Из Екатеринбурга приехала уникальная продукция на основе кедровой живицы и хвойные бальзамы. А из Красноярска и Новосибирска – пихтовые бальзамы, обладающие ранозаживляющим, противовоспалительным и антиоксидантным действием. От стрессов, бессонницы и для женского здоровья лекарственные травы в таблетках. Косметическая продукция от Института микробиологии из Уфы для красоты лица, волос и ногтей. Для здоровья ног ортопедическая обувь из натуральной кожи из Сербии. Для защиты глаз модные оправы и солнцезащитные очки, а также экспресс-проверка зрения. Для отдыха массажно-терапевтическое оборудование для шеи, спины, рук, ног и даже глаз. Имеются и массажные тапочки. На ярмарке также можно найти швейцарские точилки для ножей из искусственного алмаза, целебные травяные и чайные сборы из Адыгеи, натуральный мед, продукты питания и товары народного потребления. А дачников порадуют семена от компании из Санкт-Петербурга. Ярмарка «Будьте здоровы» будет работать по 23 января с 10 утра до 7 часов вечера. Заключительный день до 16:00. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».